в некоем царстве, в некоем государстве жил-был купец, именитый человек. Красавицы писаные, а меньшая лучше всех. И любил он дочерей своих больше всего своего богатства по той причине, что он был вдовец, и любить ему больше было некого. Вот и собирается тот честной купец по своим торговым делам за море в 39-е царство, 30-е государство. Да и говорит он своим любезным дочерям: дочери вы мои милые, дочери вы мои пригожие, а еду я за 39 земель, 39-е царство, 30-е государство, и много ли, мало ли времени проезжу, не ведаю. А коли вы будете вести себя дружно и смирно, то я привезу вам таких гостинцев, каких вы сами пожелаете. Старшая дочь поклонилась в ноги отцу, да и говорит ему: «Государь ты мой, батюшка родимый, привези ты мне золотой венец из каменьев самоцветных». Чтобы было от него тепло и светло в темную ночь, как посередь дня белого. И чтобы был от него такой свет, как от месяца полного, как от солнца красного. Поклонилась ему в ноги дочь средняя, да и говорит: «Государь ты мой, батюшка родимый, привези ты мне зеркальца из хрусталю восточного». И чтобы, глядя в него, видела я всю красоту поднебесную. И чтобы, смотрявся в него, красота б моя девичья не старилась, а прибавлялась. Поклонилась ему в ноги дочь меньшая, любимая, и говорила таковое слово: «Государь ты мой, батюшка родимый, не надо мне ни зеркала хрустального, ни венца самоцветного, а привези ты мне цветочек аленький, краше которого не было бы на всем белом свете».